Всем здравствуйте! Несколько дней исполнительница хита «Ягода малина» выпивала со своим новоиспеченным супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, после чего близкие обнаружили ее в тяжелом состоянии. Сейчас Валентина Легкоступова находится в коме. Врачи диагностировали у 54-летней артистки отек мозга и пока не дают никаких прогнозов. Фирсов был также помещен в клинику с женой, но вскоре сбежал оттуда. А ведь еще недавно ничто не предвещало беды. Пара сыграла свадьбу и обвенчалась. Валентина Валерьевна с теплотой отзывалась об избраннике, называя его главным мужчиной в своей жизни. «Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают, поэтому, Юрка, скорее приезжай». Недавно звезда обращалась к любимому, когда он находился в командировке в Турции. К слову, познакомились будущие супруги 5 лет назад в социальной сети. «Юра позвал меня принять участие в регате. А я хоть и выросла на берегу моря. Когда артистке исполнилось 3 года, семья переехала в Крым, когда вижу яхту или корабль, то уже на берегу чувствую себя плохо. Поэтому несколько раз тактично отказывала ему, объясняя, что страдаю морской болезнью. А потом вдруг решила, а почему бы и нет? И неожиданно для себя увидела в Юре свое зеркальное отражение, чисто энергетически. Мы даже внешне похожи, откровенничала певица. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.